Всем привет, дорогие друзья и любимые подписчики, с вами снова Банана Гейм, и сегодня мы с вами начнем проходить Сталкер Аномалия, версия 1.5.1, но с охрененной сборкой под названием Redux 1.0. Ну, ребят, погнали. Так, ребятки, начали мы с вами за Чистонебовца, его он зовут Александр Танкист, да, вот так вот назвал. Так, одеваем кожаную куртку. Ребят, вот эта сборка, она очень офигенная. Автор очень сильно постарался. Я говорю ему большое спасибо. Тут более 150 аддонов, 150 всяких плюшечек. Короче, смотрите, вы сами все увидите. HD модельки всякие разные. Короче, плюшек очень много. Если это рассказывать, это на час точно будет. Я надеюсь, вы уже наслышали про эту сборку. Так, ну ладно. Давайте посмотрим, что у нас тут в меню он сделал. Так, сделал новую карту. Ага. Карта новая. Ну, короче, по мере игры все сделаем. Так, мы с вами 801-е, получается, да? 801-е. На первом месте у нас Ромка Дэнди. Ромка Дэнди. Так. Сообщение. Нам что-то прислал Холод. Ребят, холод на связи. Еще добровольцы для выполнения крайне щепетильного задания. Повторюсь, это целиком и полностью зависит от вашего желания. Понятно. Так, давайте-ка, наверное, не знаю, давайте Холоду. Холоду попозже пойдем. Так, а сейчас мы с вами... Давайте-ка поговорим вот с этим вот чувачком. Со спорой поговорим. Так. Здорово, ты. Есть спецзадание. Так, что у тебя на продажу есть? Угу. 35 тысяч, да? Так, ну у нас вообще ничего нету пока. Пока что вообще ничего. Спецзадание есть? Пока нету, но халтурка есть. Нужно забрать сканер с архи аномального, что... Да пофигу, давай. Что-нибудь еще есть? А, КПК Шустром у нас Кодовский. Это исследователь. Так, ладно, ребят, давайте пока это не будем. Давайте подойдем к Холоду. Что он от нас хочет. Так. Я получил твое сообщение. Угу. Так, ага. Самый большой сюрприз, так это возвращение стрелка. А, ну понятно. Если же ты пока не готов, то у меня найдется новое задание. Я могу чем-то помочь. Вот. Согласен. Чё надо? Ё-моё! А, ну понятно, живая легенда. Я могу чем-то помочь Чистому Небу. Да, знаешь, основной большой контроль над болотом. Наша численность составляет желать лучшего. Аномальная активность очень сильно упала. Поэтому сюда наваливало бандитов, ренегатов и прочего дерьма. Так, задаем позицию, поэтому мы буквально заперты на начальных точках. От ренегатов пока покоя нету. Мне доложили, что... Готовится очередная атака на форпост, на насосную станцию. Помоги нашим ребятам. Ага, без проблем, мужик, вообще без проблем. Я готов оказать помощь моему брату, любому, что он что-то не требует. Встретиться с Ноем. А, ну Ной на этом же, да? Ну, по-любому. Начинаем с убил ренегата, хорош. Так. Давайте, ребят, сохранимся. Так, побежали. Куда нам надо сейчас-то? Последний рассвет. Отражение атаки. Ага. Так, нам надо, по сути, вот сюда вот удержать на собственную станцию, да? Так, потом что? Светиться с Ноем? Ну, конечно, он тут-то. Так, ну ладно. Ладно, погнали. Погнали куда-нибудь уже. Не знаю куда, но куда-нибудь погнали. Так. У тебя что есть? Не библиотекарь, у тебя что есть? Чай, это собака. Это доктора, понятно.
Че тут надо? А, ну все. Я думал, какое-то задание надо. Так, найдется ли халтура какая-нибудь у тебя? Мали. Давай, пофигу вообще. Кто-то там. А, вот, насосная станция. Они же уже фигачатся, что ли? Ребят, вы чё? Я же не успеваю ничего. Как я, как это, как метеор. Хорош. Алекс ниндзя, ниндзя. Так, давайте-ка по-быстрому за 500 рубчиков сюда переместимся. Так, все, мы уже... Ну-ну-ну, давай-давай. Все, уже переместились. Тут уже, ребят, идет война, у меня аж проседает... Ай, чуть не упали. У меня аж чуть-чуть просел FPS, но это ладно. Так. Где они, где они? Так, ребят, давайте сохранимся, вдруг мы умрем. Так, так, где они? Не, ну вроде сражаются они достойно. Я вам так скажу. Блин, пацаны, я не, вообще не вижу никого. Кого мочить-то? Короче, они всех замочили, я даже никого не убил. Чё? Предупреждаю тебя, если ты возьмешь что-нибудь, мы откроем огонь. Отойди отсюда, нихера прикольно. Типа я его не убил. А, во, с этого можно. Нифига вообще, ребята, что топово. Чисто такие говорят, то что... Позже этого сталкера было хорошо. Чисто говорят то, что не подходи, это мой труп, типа. Даже не думай, вот, смотрите. Хрена тема, отойди. Типа, кто убил? Вот твари, а, поганые. Короче, не обыскать никого. Так, ладно. Здание само по себе выполнилось. Мы даже никаких усилий не приэтовали к этому. Ну-ка, убрал, это моя добыча. Вот твари. О, о, о. Это что это? Это я что-то ничочек такой нашел? О, ништяк. Хопа, хопа. Хопа, берем все, что тут есть. Этого-то хоть можно? Я убрал. Вы что, твари, вообще охренели, что ли? Я убрал, это моя добыча. И что делать? Так неинтересно вообще. Кого мне можно обыскать-то? Это моя добыча. Ё-моё, ладно. Никого, походу... Мы, походу, никого не убили, и... Нам... Не светит ничего. Тебя ко мне делают, да нет никакого дела, мужик, отстань. Так, тут ничего нету. Так, нам какой-то тоник еще приэтовался, да? Так, это что это? Популяция, популяция контроль. Так, не, нам пока это тоже не нужно. Так, вернуться к холоду, да? Здорово, ты кто? Батя, костюмчик. Так, ну понятно, ладно. Давайте получим хотя бы халявные деньги хотя бы получим, пофигу вообще. Так, вы кто, пацаны? Неизвестные. Понятно. Я думаю, что ничего не понятно. Блядь, здание обновлено. Кто-то убил, да? О, ништяк. Ребят, мы даже ничего не делаем, задания сами выполняются. Это мне вообще нравится. Это мне вообще нравится. Ну, ребят, я смотрю, у меня настройки-то почти все максимально. Ну, на максималках стоят, получается. Но тут, я смотрю, очень графика так вообще. Прям подделали графику. Вот, вы сами видите, то, что очень много плюшечек добавили. Прям ма. Бом, пушка-бомба. Так, база чистого неба. Так, давайте тут пошаримся.
Пошаримся, пошаримся, что тут у нас есть. Ух ты. Обрезичек есть, который нам пока не нужен. Так, мы не одели с вами этот... Не одели с вами... Рюкзак. Вспоминал, как она называется. Не одели с вами рюкзачок. О. Украинский журнал, Максим. Что, можно использовать, что ли? О, нифига себе. Прикольно. Ха. Прикольно. Ништяк, мне нравится. Отметить как избран, отметить как джанк. Что такое джанк? Так, сколько у нас? 44 кг можно, да, таскать? Так, ну у меня ничего нету пока. Ни патрончиков, ничего. Так, вот так вот. Давай лом... А, ты что, смолся, что ли? Да, тут походу с первого раза ломается, да? Не будем нож портить, потому что тут тоже... Тут и нож портится, тут все. Так, халтурка какая-нибудь найдется. Да, вот уж канал. Не, мужик. Так, ладно, ребятки, мы с вами сейчас побежим, сдадим легкие задания два. Потому что это задание, я не считаю за задание вообще. Дадим два поручения, таких вот самых легких, нахуй, все. Так, пробегаем. Мужики! Встает он, слава богу, не быстро, а то... Ну, это хотя только начало, мне кажется. Так, а вот что хотел проверить, кстати. Оу, прикольно. Так, сейчас давайте к библиотекарю забежим. Забежим к библиотекарю. Выполнить это здание. Великолепно. Держи деньги. Теперь на болото станет спокойнее. 3500. Фи. Нормально. Ой. Передернуло. Что-то. В доме холодно, ребят. Так. Давайте-ка посмотрим. Я хочу посмотреть. Он тут... А. Слишком, ну так 11, конечно. Нет, тут, короче, никак в град обречен. Тут эти не надо сдавать лучше, я так думаю. Так. Холоду. Ренегаты уничтожены. Отлично. Я подготовил штурмовой отряд для захвата южной деревни. Нам необходимо обеспечить контроль дороги. Вы получите ревизию, мы поможем. Хрен узнает. Контроль дороги на кордон. Выдвигайся на позиции и помоги нашей группе. Можешь вместе с ними дойти. Ребята уже выдвигаются с базы. Ага. Нам дали броню ЧН-1. ЧН-1. Заживем, ребят. Заживем. Так. Нам надо. Что нам надо? Нам надо захватить. А, дорогу надо захватить. Дорогу на кордон, понятно. Да, зайду, мужик, не беспокойся. Так, ребят, ну давайте уже продолжим в следующей серии. Если вам это понравилось, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите положительные комментарии. Ну, и с вами был Banana Game. И это была сборка Redux 1.1. Всем пока!